Всем море приветов, всем море радости, друзья и гости моего канала. Нептун здесь. Ух, меня аж ослепило, да? Такие прикольные отражения здесь. От солнышка, на их шлемах. И, в общем, мы продолжаем проходить We Happy Few. Так, мы играем за Олли. И теперь наша задача, напомню-ка я сам себе. А, потопать в город и найти там Мисс Бинг. Мисс Бинг, а кто такая Бинг? А это... жена генерала, правильно? И она должна мне помочь донести до людей правду о том, что танки не настоящие, что там все было плохо, в общем, что мы могли спасти детей. Не знаю, нужно ли это знать всем, но наш герой Уолли считает, что люди должны знать правду. Вот такие вот дела. Так. Кстати, мне 50, блин, 5 гребаных очков. Давайте это дело прокачивать. Во-первых, здоровье себе прокачаем. Или нет, или да, или нет, или да. Или бить будем. Больно. Вот все, что связано с заметностью, у меня теперь такого нет, понимаете? Я буду всегда заметен. Больше пользы от еды, питья и отдыха, кстати. Давайте возьмем. Носите еще больше по весу, еще хорошо, еще лучше. Оружие ломается медленнее. Голость, жажда и усталость не причиняют никаких неудобств. Круто. Вы стали невероятно здоровы. Лечитесь эффективнее. Вот что-то мне тоже нужно. А то я заметил, что у меня лечение проходит как-то порошивенько. Железный кулак. Бейте людей сильнее можно сделать. И, в общем, все, что нужно... все, что на силу, нам нужно это дело прокачать в первую очередь. Меньше урона. Хлобысь. Все. Прокачал себе все навыки. А что у меня еще есть? Вы не можете быстро бегать. Ага. Но зато я силач. И душить могу всех. Прикольно. Хулиган. Ага. Все мне явно не рады. Я понял уже. И при этом я великолепно разбираюсь в механике. В общем... все круто, погнали, лучше мы в Мисс Бинг пойдем. Ну, не в нее, конечно, внутрь. Вы не подумайте, ничего пошлого. А имею в виду, типа, ну, в ее дом. В ее логово. Где она там, блин, обитает? Привет. Что в этом сундуке? Я должен узнать это. Загадочный сундук. Я должен узнать, что там внутри. Ух ты! Черт, черт, черт. Подождите 1-2 дня. Давайте подождем, надо только кровать найти. Ой. Все, чуих. Сорян, но я хочу поспать у тебя дома. Что-то у вас тут, блин, дохера. Все, бегайте, бегайте. Тупите, тупите почаще, тупите. Очень прошу, потупите немножко, чтобы я мог... нет. Тебе мог кровать найти. Ау, больно. Бери мне другую кровать найти. О, здесь была кровать, я помню, наверху. Да, вот она, кровать. Зашибись. Все, ща поспим. К тому же, отличную ткань нашел. Надо подождать 1-2 дня. Это какой-то новый побочный квест про сундучок. Ну-ка, вот, загадочный сундучок. Подождите 1-2 дня. Если подождать денек-другой, то ведьмы любезно наполнят сундук новыми пожертвованиями. Хм, пожертвования? Ну-ка, сутки. Сутки поспим. Все, подождал 1-2 дня. Хорошо. И попутно мне нужно себя вылечить. А, поесть, поесть надо. Давайте яблоко. Зашибись. И укол. Все, я полностью здоров.
Загадочный сундучок. Любопытно. Опять взламывать. Да что, опять 1-2 дня ждать? Да вы издеваетесь. Уйдите прочь все. Опять ждать 1-2 дня? Да вы издеваетесь, да боже мой. Где кровать? Где была? Где была кровать? Кто-нибудь помнит? Я потерял кровать. Где там спал? Все, посидим под кроватью. Боже, почему они так ранимы? Почему они так хлопочут из-за какого-то сундука? Причем он даже ведьмин. Это не их сундук, всего лишь ведьмы. Ну-ка спать. Еще сутки. Загадочный сундук, боже. Ну уж теперь ты, надеюсь, здесь что-то будет внутри. Да что, опять день-два ждать? Какого хрена? Все, давайте, блин, топайте отсюда. Топайте нахер. Вас не смущает, что вы в чужой собственности находитесь, а? Еще причем с холодным оружием бегаете тут. Вот если бы я не болел диабетом, то я бы встал и показал, кто здесь батя. В моей хате бегаете в наглую. Совсем охренели. Так, спать. Погнали. Помни, в темноте мы всегда в безопасности. Согласен. Так, это, конечно, все круто, но я не могу так бесконечно делать. Ну, типа... Пожалеете меня? Фак. Да что? Ух ты! Осы! Кушайте! Там осы, друзья! Там мед, мед, мне нужен мед для того, чтобы делать ингредиенты для уколов. Это прикольно. Пусть там осы пожарят кого-нибудь. Надеюсь, их осы пожалят. У него, говорит, кровь на руках. Где? Я даже никого не ранил. Ну вот что-что, а руки у меня в волдырях от жал пчел. Вот это да. Это правда. Так. А кто же это был, да? Кто же открыл... Открыл сундучок, друзья? Кто же такой подозрительный? Ай-яй-яй. Смотреть на них. Так, вам и надо, придурки. Лишнего медку никогда не бывает лишнего. Да, лишний медок не лишний, да? Все. Давайте еще денек подождем. Пофигу на сюжетные квесты. Пофигу. Главное, что мы медок собираем. Sleep tight, darling. Спать, спать, спать. Ну-ка. Дай мне
этим до сих пор, что ли? Осы. Никого здесь нет. Этот квест вообще можно выполнить? Или это просто рандом? Ну, типа, он наугад какой-то дает рандомный предмет. По-моему, так. По-моему, этот квест гребаный невозможно пройти, да? У меня такое подозрение. Ну, то есть, это такой квест, который просто каждый день дает какой-то рандомный предмет. Либо это взрыв, либо это какая-то полезная, ну, полезная вещь. Например, вот мед или там еще что-либо может быть. Ну, к примеру. Может, два дня подождать? 1-2 написано, да? Да боже, я не знаю, короче, я больше не буду ничего там делать. Надоело. Пошел. Погоди-ка. Почему этот дом выглядит знакомо? Потому что ты приходил тут раз в неделю на протяжении 10 лет. Почему у меня смутное чувство, что я припрятал тут парочку подарков для себя? Оно смутное, потому что тогда ты был пьян. А, никому не нравится, когда его пилят, Маргарет, а? Поняла? Так что хватит меня пилить. Так, значит, здесь, где-то в этом доме есть, видимо, секретики. Да? Или в каком доме? Ну-ка, погнали. Чё там за это сундук загадочный. А я говорю про дом. Это вон тот следующий, видимо, домик. Спиртяру нашел. А, вот этот дом. По-моему, я здесь был раньше, там эти... Спектакль показывали, помнишь? Так, попасть в этот дом я могу только, видимо, через... А, вот здесь еще можно попасть. Ладно, давайте мы себя полечим. Пожалуй, так. Ты случайно не помнишь, где именно? Маргарет молчит, как никогда. Обыскать дом. Где-то, видимо, здесь я смогу найти секретики. Тут есть пчелки. Как мне пчелок прогнать? Стеклянная бутылка. Подожди, а что я могу? Хлопушку могу. Им плевать. Бомба безумия, громоотвод, фонарик. Может, фонарик? Вы не боитесь света, нет? А-а-а! Прочь! Да прочь! Они не могут меня найти? Ой, могут найти меня, фак! Они могут меня найти? Сейчас сдохну. Фак. Я не могу взломать гребаные. Черт. Там наверху маленький сундучок, но я его не могу взломать. Ну, короче, мимо этих тварей... пролезть. Вот надо было сразу так сделать. Не лезть в пекло, а просто как-нибудь грамотно их обойти. Ай. Так, вроде за мной никто не летит. Тихо, 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 тихо. Опа. Зашибись. Да что? Ну, как говорят америкосы, лучше так, чем палки в глаз. Все. Выполнил. А что я взял?
Загадочный сундук. Я уж там дней 5 ждал, толку нет. Они, блин, в этом сундуке ничего нового не появляется. Но иногда там, конечно, мед появился, но это гадость. Гнилая морковь зачем-то. Зачем-то мне гнилая морковь попалась под руку. Короче, погнали к миссис Бинг. Вот мы сейчас тут просто провозимся. Дальше, кстати, будет очень неприятная вылазка, друзья, в город. Потому что в городе-то меня, скорее всего, все будут пытаться поймать. Это плохо. Мне еще нужно... Обратите внимание, как бетон подчеркивает грубую честность материала. Так не похоже на... Короче, вы поняли. Rather than hiding the structure, the surface preserves the shape of the in-situ casting form. Тут что-то поломалось у них. Well, I think it's hideous. По-моему, это уродливо. Ай! Пошли прочь, гады. Прочь, гады! Привет. Now, try to behave whilst you're in the village. Ну, здравствуйте. Не хотите совершить пожертвование в пользу нашего благотворительного мероприятия имени дяди Джека? Убирайся ты, вспыльчивый, нечувствительный сексуальный партнер. Олли! О боже, это же Олли Старки. Это Олли Старки. Что вас всех переключил, Джек, коллаборационист и предатель? Ой. Пошел прочь, тихо. Получай, получай по мозгам. Вот и все? Ну что, пусть тебе это будет уроком. И твой гнилой картофель теперь мой. Эпик. Войти в дом миссис Бинг. А теперь мне нужно бегать здесь, по этому гребаному городу. Но его можно душить. Вопрос в другом. У меня вот этот драндулет наверху может запалить, по идее, да? Эй, констебль, погоди. Привет. Так. Все, я просто сел почитать. А, я заметен, я заметен. Воу! Твою мать, ублюдок. Ну вы зашибись! Да что твою мать творишь ты, ублюдок, а? Просто жесть какая-то. Куда мне от него теперь? Блин, там еще два. Все, посидим в этой урне. Ну и пофигу, что буду вонять. Нет, реально плохо то, что я бегать могу мало. Вот в чем проблема, понимаете? Если за Артура или Салли я мог от них хотя бы убежать... И у меня восстанавливалось здоровье, быстро восстанавливалось. Ну, выносливость. Ты здесь хрен убежишь. И навыков скрытности у меня совершенно нет. Прям вся игра, наверное, такая будет. Нудная, муторная. Постоянно нужно, блин, либо бить их всех, либо... Но пока я не могу их всех бить, потому что у меня очень мало, ну, растений. У меня мало здоровья. Боже, их тут очень много. Да вы издеваетесь, блин. Я, короче, забрал все ваши. Куда я пришел? Ай, тут тупик. Короче, буду тебя... насиловать здесь, в подворотне, ублюдок такой. Скомандовался. Электродубинка. Блин, это оружие такое говно на самом деле. Это чем я машу? Подожди. Ну, урон маленький, да. Выбросить. Вот эти колотушки прикольные. Вот это вот надо выбросить. Хотя, не погоди, урон ничего так. Ну, блин, очень мало.
Электродубинка, говно, во. Лучше взять... Столько ружей. Да? Лучше дубинку взять, вот эту вот. Палку-шлепалку. Ну-ка, давайте проведем эксперимент. Могу ли я пройти мимо них незамеченным? Ну-ка, ну-ка. По идее, могу. То есть, это мне не нужно делать. Не идти на риск, а просто идти беспалевно так проходить, пожалуй. Фак, вот это мне не нужно, вот это вот говна на колесиках мне не нужно. Миссис Бинг совсем рядом? Душись, 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 констебль, душись. Так, что у тебя есть? Электродубинка? Я вот невидимок возьму. А дубинка мне твоя не нужна. Все, меня нет. Тихо, 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 тихо. Да вы издеваетесь. Да как? Ты меня заметил, ублюдок. Просто все пошли прочь. Где там ваш... ваша миссис Бинг? Ау! Миссис Бинг! Я здесь! Так. Мне нужно здесь где-нибудь засечь. Залечь. Во, в этом, в этой корзине гребаной. Боже, их просто реально много. Пока ты одного вырубаешь, вторые уже подходят. Там третий со всех сторон идут эти констебли. Это бесит. Почему их так много? Их больше, чем мирных жителей в этом городе. Но все-таки я не упустил возможности порыться в урне. Я почти пришел. Милый дом. 20 метров. Миссис Бинг, надеюсь, ты дома. Патрульным. Защищаем имущих от неимущих с 1829 года. Надо как-то проковырять мимо них, а то поднимут шум. Проковыряю. Не проблема. Открыть парадную дверь. Моя текущая задача. Проходишь ты там, нет? Черт. Он слишком подозрителен. Может, нужно что-нибудь бросить, типа... А, неужели ты решил пойти? Да ладно. Так, тихо, 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 тихо. Постучаться, я нифига не стучался. Олли, я ведь не просила тебя прийти сюда. Если принять радости недостаточно, тогда забываешь глупейшие вещи. Народ в городе самую малость отощал. По-моему, люди от голода умирают, и они рисуют гребаную радугу на улицах. Вы не заметили? Ты сегодня уже принял радости, Нолли? Почему на вас эти дурацкие новые маски? Найди себе тоже. Они заставляют тебя улыбаться. А когда улыбаешься, приходится быть счастливым. Ничего не поделаешь. Ты была добра ко мне, даже когда у меня в голове был туман. Мне было не к кому обратиться. О, Олли.
Мы... Нам нужно рассказать людям правду, они должны узнать правду. Нет, Уолли, не должны. Правда — это враг счастья. Разве не к такому решению мы все пришли? Оу, ну ты ведь знаешь правду, не так ли? Я не скажу ничего такого, чего ты уже не знаешь, правда? Нет. Лучше и не знать. Уж кому, как не тебе это знать? Этого не знать. Я правда прошу прощения, мисс Бинг. На помощь! Отказчик в моем... Душись! Душить надо гадину. Я задушил ее. Ну типа она не умерла же, я просто вырубил ее и все. Это какой-то глупый розыгрыш, да? Когда я ушел из деревни, я думал, вы знаете, что делаете. А оказалось, пока я наслаждался одиночеством, в аптечке на кухне еще должен быть радостен. Ты не сочтешь за труд принести мне таблетки? Не могу. Пожалуйста, Уолли. Ты никогда не был жестоким человеком. Я солдат, мэм. Солдатов учат жестокости. Мне нужно встретиться с исполнительным комитетом. Они не станут тебя слушать. Ты их только расстроишь. А потом они примут Радостин и все забудут. Им не нужна правда. Правда вообще никому не нужна. А знаешь что, мисс Бинг? Я вернусь попозже. Я вернусь, когда ты придешь в себя. Нет. Так же нельзя. Пожалуйста, я отведу тебя в исполнительный комитет. Я отведу тебя, сделаю что угодно. Только, пожалуйста, дай мне Радостин. Мне нужен Радостин. Почему ты не даешь его мне принимать? Конечно, сейчас принесу. Так, ну где тут у дамочки Радостин? Боюсь, что прием Радостина придется отложить. Что значит отложить? Сесть. Я буду сидеть, пока она там связанная сидит. А ты без маски, кстати, похож на человека. Так, ладно. Может, тебя еще и оборовать? Небольшой комод. Ладно, пусть играет музыка. Пепел. Что у тебя на кухне? У тебя хата-то, слушай... Нехилая, по идее. Рваный дождевик. Так, плита, ничего. Чайник, есть чай. Так, готово. Она определенно не в восторге от жизни без Радостины. Ты ведь не собираешься ей ее отдать? Гнилой гриб. Я не знаю, зачем мне эти гнилушки, но типа... Возможно, это ингредиенты? Хлеб, сэндвич, кусок пирога. Вообще пирог, круто. И все обчищу. Ну типа нехер. Оставлять. Причем все это дело даже не протухшее, понимаете? Насколько это эпично. Так, это выход во дворик. Тут есть у нее ягоды и волшебные цветочки. Хорошо. Где я еще не был? Сахаром все становится вкуснее, молоком. Так она пьет кофе, когда все остальные довольствуются жареным цикорием? Так, неужели так все плохо? Видимо, она... Типа такая элитная наркоманка. А что у тебя на втором этаже? Лоскуточек ткани. Блин, довольно красиво. Жесткое письмо. Я не думал, что она особенно его жалует. Так,
Все, да, по идее? А, вот, смотрите, книжка. Ух ты, секретный пароль. Пропуск. Нашел какой-то пропуск. Что за пропуск? Мне даже любопытно стало, что там так она охраняла. Вам разрешается перейти в парадный район. А, теперь я могу туда попасть. Круто. Видите, просто внимательность, друзья. И нашел же пропуск в парадный район. Но сомневаюсь, что кто-то меня будет активно слушать, даже с пропуском. Ну, типа, я весь такой обезбашенный Уолли. О, спаленка, можно поспать. Изолента. Спать. Может быть, мы, типа, поспим реально? Вот поздновато. Так, у нее на чердаке, блин, гребаная ванная. Селитра. Лоскуточек ткани. Воды не набрать? Боже, какая уютная, да, ванная? Так, ну все, обчистил. Даже мини-бар есть, в котором почему-то лежит сэндвич. Опа. А. Боже, это окно. Я думал, так окно активировалось из-за игры на фортепиано. А нет. Так, ну все, по идее, я все уже здесь обчистил. Вот здесь я еще не был. Никакого секрета нет? Окей. Вернуть таблетки. Мне нужно себе сначала принять. Немножечко. Ну вот так. И поесть желательно бы. Вон. Кусочек пирога давайте отведаем. А, нельзя, смотрите. Переизбыток сахара, друзья. Окей. Попить. Ты это искала, да? Боюсь, я не могу позволить тебе его забрать. Зачем ты это делаешь? Проклятый злобный отказчик. Я тебя убью. Я убью тебя. Прости, мне нужно, чтобы мои слова задержались в твоей голове. Они улетучились вмиг. Нужно проверить пневмопочту. Люди полагаются на мои решения. Проверить пневмопочту. У нее своя пневмопочта. Лучше бы мне ее проверить. Ну-ка. Что еще за Клайв Бертвисл? Черт побери. Нужно выяснить, нравится ли он ей или нет. Конечно, но слово ей нельзя верить, но может быть тут где-то есть письма или что-то в этом роде. Ответ отправить. Я, видимо, нашел уже, помните, там я же кучу документов нашел. Или он только появился, милый дом. Это я там был? Я там все собрал уже, по идее. Где этот милый дом? А. Сейчас мы напечатаем ответ. Пошел ты в жопу. Окей, мистер Бертвисл, можешь занимать все там. Не очень похоже на мисс Бинг, не так ли? Ну да, я не очень могу импровизировать и быть похожим на девушку, но... Думаю, что месседж он поймает. Ну, вперед. Это что, какая-то шутка? Ха-ха. Как смешно, Олли. Давай так. Розыгрыш удался, поэтому давай развяжи-ка меня. Прошу. Мисс Бинг, вот все в порядке. Прошу прощения, но мне придется войти в ваш дом. Это кто? Почему бы тебе самому не выяснить? Патрульный не станет разговаривать с Олли Старки. Тебе нужна маскировка. И кем же мне прикинуться, а? Королем Эдвардом? Может, где-то в доме есть форма горничной? Горничный Олли? Серьезно, горничный Олли?
Ну-ка, погоди. Ой. Хлобысь. Вот одного удара вырубил. Иди и больше не греши. Открыть дверь. А почему это он был уже внутри? Я чуть не понял юмора. Представься генералом и скажи, что встреча откладывается. По ходу дела, он не должен был внутри был быть, правильно? Он должен был быть снаружи, я должен был типа ответить ему. Или нет? Оля, она закричит, если ты не заткнешь ей рот. Давайте заткнем ей рот. Отойдет меня... Во, вот так. Теперь надо отвечать. Алло? Это Беллатрис Далмери из исполнительного комитета. Прошу прощения, тут кое-что подвернулось. Пройдите завтра, зайдите. Это генерал Бинг? У меня нет времени на разговоры. Мы тут пытаемся спасти мир. Хорошо. Так значит завтра? Полагаю, что завтра. О, надеюсь, мисс Бинг не смоталась потихоньку, пока я за ней не приглядывал. Ну-ка, хлобысь. Нет, она здесь. Возьми ключ и запри ее. Мою прекрасную леди. Я принес еду. Оли, я заставил их петь, чтобы они не боялись. Но затем им пришлось сесть на поезд. Ты помнишь, как они кричали? Да, помню. Все, кроме моей дочери. Твоей дочери? Да, Маргарет. Потому что она была мертва. Тебе нужно поесть. Меня сразу стошнит. Чем тебе кормил отец, когда тебе было плохо, и ты не могла ничего есть? Кофейным йогуртом. Я достану его. Дай мне радостин. Почему ты не даешь мне радостин? Я достану для тебя кофейный йогурт. Почему ты не можешь дать мне мой радостин? Какая-то жесть, друзья. Так, кофейный йогурт. А что такое йогурт? Это ферментированное молоко. Вроде творога, только он не сворачивается. То есть понадобится не свежее молоко и немного кофе. Все верно. И, возможно, немножко сахара, чтобы было не так противно глотать. Приготовить кофейный йогурт и отдать его мисс Бинг. Так. Жестко ее, наверное, накрывает. Видите, она очень долго не принимала радости. Теперь она... начинает грустить и вспоминать детей, которых увозили из Германии, ну, в Германию, да? Так, так, так. Кофейный йогурт. А это как, мне его крафтить нужно, да? Кофейный йогурт могу уже сделать. Ну? Аля? Кофейный йогурт а-ля Старки готов. Надеюсь, она не привередлива. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Месяц на небе блестит. За нами никто не следит. Спи, моя радость. Думаю, тебе стоит дать ей йогурт. Кушай. Мисс Бинг. Какой кошмар. Ты все испортил. О, отец, почему ты меня оставил? А что мне еще было делать? Оу, это должно быть садовники. Может, предложишь им парочку цветовых решений? Думаю, тебе лучше ответить. Я не подозревал, что она настолько популярна. Так, снова дверь гребаная. Так, фак, фак. А что он говорит про батю? Это не моя дочь. Это Виктория Бинг. Моя дочь, вот она. Олли, она закричит. Закрой ей рот, окей. Отойди от меня. Тихо. Молчать.
Ты с кем там притворяешься? Всегда можно притвориться горничной. Кто здесь? Браун, садовник. Не могли бы вы позвать мисс Бинг? Боюсь, она очень занята. Надо было сказать, что ее нет. Она очень занята, и ее нет дома. О, тогда я оставлю это вам. Не могли бы вы открыть двери? Некогда было бриться. Повяжи что-нибудь вокруг личика. А еще я толстый, страшный шотландец. Ну, не все горничные худые, прекрасные француженки. У тебя на все есть ответ, да? Минутку. Лучше, чтобы она не попадалась на глаза. Так, запереть ее в шкафу, что ли? Боюсь, что так. Так, погнали. Пойдем в шкаф, посидим. Будешь сидеть здесь. Надежная. Так. Мало ли что. Так. Костюм. Костюм служанки. Где? Где вам надо бы костюм? Или его крафтить нужно? Нет. Костюм. Служанки, где я его, блин, должен найти? Может быть, где-нибудь здесь? Здесь случайно нету костюма? Служанки, чувиха. Реально, я весь дом, по идее, уже обошел, но я не нашел. Но служанка где обычно? Рядом обычно с кухней живет. Служанка. Ну, так было заведено. Интересно, а если он увидит труп констебля, он, типа, чем-нибудь скажет или нет? Давайте проверим. Такой костюм... Ой, мертвый констебль лежит. Почему бы и нет? Поражем. Так. Костюм служанки. Где этот гребаный костюм служанки? Где? Так, друзья, смотрите, я... Нашел, я еще одно нашел место, где я не был. Вот здесь. Ну, типа, запертая дверь. Значит, я сюда не заходил. Да. О, вот он! Костюм служанки. Черт, почему я не нашел эту комнату, а? Аж обидно. Приходится, блин, делать сил монтажа, вырезать какие-то моменты этого тупника. Потому что я просто гребаную, блин, не нашел комнату. Так. Это так глупо. Вот считал за все материалы для сада. Можно заплатить на следующей неделе. Пока. Я ей передам. Есть подвиги, за которые мы никогда не получим награды. И они самые великие. Мне не хватает воздуха, открой дверь. Я задыхаюсь. Думаю, стоит ее выпустить. Нет, оставить ее там ненадолго не пойдет. Я молчал. Она уже мои мысли читает, видимо, да? Погнали. Надо же, как хорошо ты выглядишь. Тебе идет. Но побриться бы не помешало. О, почта пришла. Господь всемогущий, у них тоже своей головы на плечах нет, боже. Позволь мне ответить на сообщение. Они же не будут знать, что делать. Так, пневмопочта гребаная. Обещаю, я не стану тайком просить о помощи. Мне просто нужно ответить. Что это еще за скромный Холмс? Олли, тебе стоит почаще встречаться с людьми. Так, ответь письмо. Опять что ли пойти наверх? Тихо сиди. Сейчас мы напишем. А нарядом ее нет. Ее нет.
Боюсь, её не было в офисе уже некоторое время. Удачи. И почему я чувствую себя стукачом? Я была твоим другом. Единственный, кто хорошо к тебе относился. За что ты так со мной? Может, хоть сигарету дашь? Ты понимаешь, что они убьют тебя? С чего ты взял? Последний раз, когда я откопал немного, на меня рухнул дом. Я чуть не умер. Дай мне радости! Мне нужна доза! Тебе скоро полегчает. Немного. Должно. Мисс Бинг? Эй, мисс Бинг! Это констабль... Не Смит, да у тебя больше хлопот, чем у одноногого на конкурсе по пинанию задниц. Полиция, тебе не обмануть. Они уже ждут сэндвичи. Кажется, он начинает нервничать. Олли, лучше поговорить с ним. Еще один патрульный? Прошу прощения, констебль, но мисс Бинг здесь нет. Ну что ж, если вы не возражаете, мэм, я должен убедиться в этом сам. Оу, заходите же. Мисс Бинг, вы дома? Зачем ее в шкаф? Можно вот так сделать. Так, куда тебя? Вон, давайте вот. Во дворик. В кустики. Боже. Чуть не попался. Дети не переставали кричать. Тебе надо поговорить с ними. Это их немного успокоит. Ты спятил? Да. Знаешь, мы могли их спасти. Танки были сделаны из папье-маше. Маленький Арти Гастингс прорвал в одном из них дыру. Разве сейчас это важно? Думаю, нет. Вот только это лишь первая ложь. Потом случилась победа, в кавычках, которой ей не было. Затем таблетки счастья, и Саймон говорит, потому что всех детей забрали. Можно сколько угодно рисовать куски хлеба в окнах магазинов, но если люди не очнутся, мы все умрем с голода. Пожалуйста, дай мне радости. Мэм, мне нужно, чтобы ты была со мной, а не в сказочной стране с Питером и Уэнди. Ладно. Танки были с папье-маше. Детям не обязательно было садиться на тот поезд. Бедняжке Маргарет Уортинг не обязательно было умирать. Да, не обязательно. Мы идем в администрацию с черного входа. Там есть закрытый лифт. Код 0126. Дата победы? Я выпишу тебе пропуск, но этого будет недостаточно. Люди не примут факты, пока мы не отнимем у них радости. Это мы и должны сделать, Олли. И когда мы это сделаем, они поубивают друг друга на улицах. Тогда зачем ты помогаешь мне? За последние 17 лет в Эллингтон-Уэлсе не родилось ни одного ребенка. Мы об этом не говорим. Я забыл об этом. Идем встретимся с исполнительным комитетом. Люди должны знать. Через час, ужасный ты человечишка, я даже не буду знать о твоем существовании. Твою мать, это штерва, а? Я думал, у меня новый союзник появился, хрен ты. Тебе надо найти пропуск. Здесь нельзя оставаться. Виктория, скорее всего, уже побежала в полицию. Тогда поторопись, найди его. Я уже нашел. Пока я изучал дом. Так, теперь нужно сбежать. А куда сбегать? Давай, проходи, проходи, констебль. Проходи, проходи, проходи. Я сбегаю, все плевать. Ну, неожиданно. Теперь у меня есть пропуск. Обращусь в исполнительный комитет. В парадном районе. Расскажу, что запасы еды на исходе. Они меня выслушают. Надеюсь. Так, найди на здание показать пропуск патрульному, да? Это совсем рядом. То есть пойдем в парадный район и будем
добиваться того, чтобы меня выслушали. Я хочу донести до людей правду, действительно. Из-за радости, но у людей сорвало крышу, и они даже не замечают, что голодают, они исхудали все. Жрут непонятно что, и чувствуют себя все равно счастливыми, потому что это гребаный наркотик. И при этом никто не заводит детей, понимаете? Люди просто рано или поздно поумирают все, а нового поколения так и нет. Нужно с этим что-то делать. В общем, друзья, вот такая вот реальность. Но давайте-ка мы все остальное, все эти парадные наши приключения в парадном районе, будем делать в следующей серии прохождения We Happy Few. Надеюсь, вам понравилось. Поддержите мое прохождение, ставьте пальчики вверх и вступайте в группу ВКонтакте. Мне нужна, дико нужна ваша поддержка. Всем пока-пока, до новых встреч!